Қайырлы күн әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Қазақстан Республикасы үкіметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциясы мемлекет басшысының әлеуметтік еңбек саласы мәселелері жөніндегі тапсырмаларын іске асыру барысы туралы болмақ, Қазақстандағы зейнетақы жүйесін одан әрі жетілдіру, еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тарту, сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмектің берілуі жайлы толығырақ бүгін алаңымызға арнайы шақырылған қонағымыз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов. Қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Жаңа айтылып кеткенде 24 қаңтарда үкіметтің кеңейтілген отырысында президентіміз жалпы экономикамыздың даму жөнінде бірқатар мәселелерді көтеріп тапсырмалар берген болатын. Оның ішінде мына әлеуметтік еңбек саласында да біраз тапсырмалар беріп ескертулер жасады. Соның ішінде мына халыққа тікелей қатысты қоғамда көп айтылатын мәселелерге бүгін тоқтап өтейік. Жаңа айтылғандай, біріншісі зейнетақылық жинақтауларымыздың бір бөлігін тұрғын үй немесе басқа қажеттілікке пайдалану жөнінде. Бұл жерде өздеріңізге мәлім, біз көп соны айтып жүрміз. Ол тапсырмаға қатысты үкіметте жұмысшы тобы жұмыс атқарған болатын. Жұмысшы тобының басым пікірлерін ескере отырып, үкімет пен ұлттық тапсырма осы үкіметпен ұлттық банкқа берілген етін, оны тағы да пысықтап, бұл мәселені үкіметтің жанындағы экономикалық саясат жөнінде тұжырымдамалық ұсыныстар берілген болатын. Президент әкімшілігі оны қарап президентке ұсынды. Президент жалпы ұсыныстарды қолдап, оны іске асыру жөнінде тетіктерін арғарай пысықтау жөнінде тапсырма берді. Ал енді оның мәніне келетін болса, оның ішінде сіздерді қызықтыратын, қоғамды қызықтыратын осы зейнетақылық жинақтауларды өзінің қажеттілігіне пайдалану мәселесі. Бұл жерде біз тағы да айтып кетуіміз керек. Қазір бізде жинақтаушы зейнетақы қорында азаматтардың 10,4 миллиард теңге жинаулары бар. 9,9 миллион зейнетақылық есеп шоттары бар. Бірақ өкінішке орай, оның ішіндегі салымдардың, жинаулардың мөлшеріне келетін болсақ, соның ішінде 53% жинақтауларының көлемі 500 мың теңгеге дейін ғана. Қосымша 16% 500 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін ғана. Және де 15% 1 миллионнан 2 миллион теңгеге дейін ғана. Сондықтан 84% біздің салымшылардың жинаулары 2 миллионға дейін ғана. Осыны ескере отырып, үкіметтің ұсынысы жалпы жинақтаушы зейнетақы жүйесін ары қарай жетілдіру болды. Оның ішінде оған бірнеше себептер, проблемалар бар. Біріншісі, әрине, бізде жинақтаушы зейнетақы жүйесі әлі жас. 21 жыл ғана болды. Жалпы мынау дамыған елдерде бұндай жүйелердің былай қалыптасуына 35-40 жылдай керек. Екіншісі, ол халықтың табысының төмендігі, жаңа мөлшерден өздеріңіз байқап отырсыздар. Үшіншісі, мына зейнетақы жарналарының төленбеуі. Өкінішке орай, бүгінгі күннің өзінде бізде 100 мың кәсіпорындар біздің азаматтың, жұмысшының жалақысынан 10% жарнаны ұстап, бірақ жинақтаушы қорға аудармай отыр. 2,7 миллиард теңге қарыздар бар. Және де келесі проблема ол инвестициялық кіріс табыс, яғни жинақтаушы қордағы біздің жиналған жарналарымыздың өсуі. Сондықтан бірінші кезекте үкімет осы проблемаларды шешу жөнінде ұсыныстар берді. Ал енді тікелей жинаулардың бір бөлігін пайдалану жөнінде келесі ұсыныс берілді. Ол біріншіден жұмыс деп жүрген азаматтар өздерінің жинақталған жарналарының ең төменгі жеткілікті сомадан асатын алуға болады берсек деген ұсыныс болды. Бұл жерде ең маңыздысы сол жеткілікті шегі деген не? Жеткілікті шегі деген мына әр азаматтың осы жинақтаушы зейнетақы қорындағы бар салымдардың сомасы ең аз дегенде өмір бойы ең төменгі зейнетақы мөлшерінде алуға жеткілікті соманы айтамыз. Сондықтан ол есептелетін сома, оны ешкім белгілемейді. Сондықтан сол сомадан жеткілікті шегінен асатын болса, соны пайдалануға мүмкіндік деген ұсыныс берілді. Екіншісі категория ол зейнет жасына жеткендер. Зейнет жасына жетіп, бірақ жинақтаушы зейнетақы қорында ақшалары бар азаматтарға қазір заң бойынша олар тек қана ай сайын ала алады. Оны біздің ұсынысымыз бойынша сол жердегі жинақтаулардың 50%-не дейін ала берсе дейміз. Бір ғана шартпен ол кісінің қалған ақшасы жинақтаушы қорында және оның мемлекеттің тарапынан алатын базалық зейнетақы мен жаңағы еңбек зейнетақысын бәрін қосқан кезде ең аз дегенде оның табысының 40%-нен төмен болмаса деген шартпен берілді. Бұл ұсыныстардың бәріне өздеріңіз естідіңіздер. 24 қаңтар күні президент өз пікірін айтты. Алғашқы маңызды қадам жасалды деді. Және де біздің мақсат бұл барлық жинақтауларды таратып беру емес, себебі ол азаматтардың қарттық кезіндегі қамтамасыз ету үшін қажет. Және де мына азаматтардың жалақыларын көлеңкеден шығару, жұмыс берушіден өзінің жаңағы жарналарын төлеуді талап етуге ынталандыру қажет деді. Және де үкіметтен ұлттық банкқа кезеңімен осы мүмкіндік беруге болатын азаматтардың ортасын кеңейту қажет екенін айтып бізге тапсырма берді. Екінші мәселе еңбек заңнамасын сақтау және Қазақстан және шетелдік жұмысшылардың арасында жалақы немесе еңбек жағдайы бойынша теңсіздікке жол бермеуді бақылауда ұстау. Это вопрос тоже у нас обсуждался в обществе очень долго, много. Это нарушение трудового миграционного законодательства в компаниях, которые привлекают иностранную рабочую силу. Мы об этом информировали, было специальное заседание правительства. Если коротко, во втором полугодии были осуществлены проверки совместно с Генеральной прокуратурой на 95 крупных предприятиях, которые привлекают больше 30 человек иностранных специалистов. По итогам проверок были выявлены более 1000 нарушений трудового миграционного законодательства. При этом 27 компаний допустили порядка 470 фактов диспропорции именно в оплате труда. Меры оперативно они были приняты. 397 было возбуждено административных дел, наложено штрафов на сумму порядка 100 миллионов тенге. 703 разрешения, ранее выданные, были отозваны. И 507 иностранных специалистов были выдворены из страны. Из них 250 – это граждане Китая, 43 – Великобритании, 40 – Албании, 30 – Сербии и так далее. Здесь очень важно теперь системные меры, принятие системных мер в дальнейшем. Поэтому сегодня у нас в Мажилисе первое чтение прошел законопроект по изменениям и дополнениям закона по труду, где дополнительно устанавливается обязанность и ответственность работодателя наравне с созданием равных условий по оплате труда за создание или не создание равных условий по бытовых условиям и условиям труда. Также мы пересматриваем критерии оценки рисков, то есть это документ, который регламентирует периодичность проверок компаний. Сегодня он находится уже в Министерстве юстиции. После его принятия инспекция труда будет иметь возможность ежегодно проверять крупные компании, которые привлекают иностранную рабочую силу. Сегодня по законодательству такая периодичность не предусмотрена. Третье, мы много говорили о квоте. Квота на 2020 год утверждена правительством в объеме 29 000 единиц. Для сравнения, в прошлом году было 49 000 единиц. И здесь для понимания я хочу отметить, что определение квот – это количественный ограничитель, сколько могут у нас работать иностранных специалистов в компании. Он не зависит от показателей прошлого года, он зависит от заявок, которые подали работодатели. Поэтому я хочу вам пояснить, что сегодня по законодательству порядок следующий. До 1 августа все компании, предприятия предоставляют местные исполнительные органы свои заявки, сколько и каких бы специалистов они хотели привлечь в следующем году. С 1 августа до 1 октября комиссии при местных исполнительных органах, они рассматривают все заявки работодателей с учетом требований законодательства и уже свои заявки подают вместе с другими центральными государственными органами Министерства труда. Министерство труда до 1 октября должно внести предложение в правительство. И таким образом я вам хочу сказать, что местный исполнительный орган, центральный государственный орган на 2020 год заявили 43 000 единиц иностранной рабочей силы для привлечения, но в Министерстве труда мы его пересмотрели и в правительство внесли предложение 29 000 единиц. И здесь я еще хотел бы для вашего сведения сказать, что по действующему законодательству за привлечение иностранного специалиста любой категории компания, которая привлекает, она должна платить сбор в местный бюджет. Его размер составляет от 346 тысяч тенге до 631 тысяч тенге за каждого специалиста. И в прошлом году 8 миллиардов 230 миллионов тенге было уплачено таких сборов. Но когда мы говорим, что нужно обеспечивать контроль за соблюдением трудового законодательства, здесь еще для нас очень важен такой системный вопрос, кто должен этот контроль осуществлять. Для этого есть в трудовом законодательстве орган, которого в компетенцию входит проверка, это Государственная инспекция труда. Но, к сожалению, Государственная инспекция труда, которая в 2013 году была передана из Министерства труда в Акиматы, их численность постоянно сокращается. Сегодня по всей стране 260 всего лишь трудовых инспекторов, и поэтому полный охват предприятий остается проблематичным. Если в год совершается порядка 9 тысяч проверок, то из них 90% это только по заявлениям работников. Плановые проверки практически минимизированы в соответствии с законодательством. И более того, сегодня есть масса ограничений на государственный инспектор труда, который не имеет права реагировать на какие-то нарушения трудового законодательства, пока он не получит разрешение в соответственных органах прокуратуры, заранее уведомит работодателя. И причем, проверяя даже по заявлению, скажем, о невыплате зарплаты, он по закону имеет право только проверить невыплату зарплаты конкретного человека, который подал заявление, а не всего коллектива. Поэтому мы, Министерство труда, инициировали свои предложения. Для вашего сведения, еще в 2001 году Казахстан ратифицировал конвенцию 129 и 81, которая регулирует деятельность инспекторов труда в международном практике. И в международной практике инспектор труда, он имеет право беспрепятственно в любое время суток посещать любое предприятие для устранения нарушений трудового законодательства по отношению к работникам. Мы хотим вот такой статус государственного инспектора труда вернуть или создать, восстановить. Сегодня, даже если по количеству у нас в Казахстане один государственный инспектор труда приходится на 23 тысячи работников. Рекомендации МОД: один инспектор труда должен приходиться на 10 тысяч работников. То есть, как минимум, сначала нам нужно число инспекторов труда увеличить до почти в 2,5 раза. И второе, действительно дать такой статус, чтобы он мог всегда в любое время беспрепятственно иметь возможность реагировать на нарушение трудового законодательства. Но мы, Министерство труда, считаем, что при этом нельзя давать право инспектору сразу же штрафовать бизнес. Это он должен будет выписать предписание об устранении законодательства, трудового законодательства нарушения, установить какой-то срок. Если работодатель, естественно, его выполнит, если же это предписание не будет выполнено, то только после этого должна наступать административная ответственность, то есть исключать такой коррупционный момент. Третье поручение было о том, чтобы подготовить дополнительные пакет мер по повышению в целом доходов населения, увеличению минимальной заработной платы. Президент сказал, мы подотстали от других стран. Это действительно так. Конечно, заработная плата в любой стране, она зависит от экономики данной страны, но в мировой практике есть коэффициент, то есть показатель, которым определяется уровень минимальной зарплаты. Это единственный показатель, который может регулировать государство, остальное все на рынке формируется, как бы сама зарплата. И в этом отношении это называется индекс Кейтса. Казахстан действительно отстает. Сегодня соотношение минимальной зарплаты в Казахстане к средней зарплате в Казахстане составляет 23%. Это очень низкий показатель. И практически в Евразес мы опережаем только Кыргызстан. Тем более, что говорить о большой нагрузке на фонд оплаты труда тоже не приходится. Например, оплата труда ВВП Казахстана у нас составляет 30,5%, тогда как в соседней России 46,4%, в нефтяной Норвегии 48,7%, в Канаде, которая по территории подходит и по экономике с Казахстаном 51%. Поэтому повышать минимальную заработную плату надо. И сегодня пока на уровне министерств, Министерства национальной экономики и Министерства труда, мы просчитываем различные варианты поэтапного повышения минимальной заработной платы. Пока мы просчитываем вариант, чтобы к 2023 году минимальная заработная плата в Казахстане, она составляла не менее 30% к средней зарплате в Казахстане, которая сложится на 2023 год. Соответственно, здесь мы просчитываем дополнительные расходы бюджета и потери бюджета. Потери, они связаны с тем, что минимальная зарплата относится к вычетам при исчислении индивидуального подоходного налога и социального налога. Но я лично убежден, что повышение минимальной зарплаты, которое приведет в целом к повышению всех зарплат, от этой меры выиграют все, несмотря что есть потери бюджета или дополнительные расходы, потому что повышение это прежде всего платежеспособность населения. И эти зарплаты, естественно, они не уйдут за рубеж, люди будут, граждане, работники, оплачивать там услуги, покупать товары, и оно вернется в экономику, к тому же бизнесу, который платит в свою очередь налоги, поэтому это даст определенно положительный мультипликативный эффект. И я думаю, от этого выиграют только все. Если говорить о среднедушевых населения в целом, то по данным государственной статистики, у нас в прошлом году среднедушевые доходы номинально составили 103 тысячи тенге с ростом в реальном выражении 5,8. Но тем не менее это тоже низко. Поэтому мы пока в стенах Министерства труда себе ставим ряд задач. Во-первых, мы считаем, что нам надо уже пересматривать прожиточный минимум. Прожиточный минимум, в 2016 году были исследования МОД, который заключил, что в Казахстане методика расчета прожиточного минимума, она соответствует международным стандартам. Но теперь важно ее структуру и сам размер его пересматривать. Например, по структуре у нас комбинированный метод исчисления прожиточного минимума, то есть продовольственная корзина, она статистически определяется, она рассчитывается, а остальная часть, это не продовольственная часть, она просто фиксируется. И вот это соотношение было до 2018 года 60 продовольственная корзина, 40 непродовольственная. И всегда есть рекомендация уменьшать долю продовольственной корзины, которая статистически просчитывается, это приводит к увеличению прожиточного минимума в целом. В 2018 году эта структура была пересмотрена вместо 60 на 40, 55 на 45, что привело к 16% увеличению прожиточного минимума. Но сама продовольственная корзина, она была последний раз пересмотрена в 2006 году. И тогда наименование продуктов было увеличено с 20 до 43. А у нас есть исследования 2016-2017 года и есть четкие рекомендации увеличить наименование продуктов с 43 до 50, одно наименование с увеличением суточной нормы энергетической его ценности. Поэтому мы планируем, к этому мы должны идти. Мы сейчас просчитываем различные варианты. В Казахстане прожиточный минимум привязан к 5 социальным выплатам. Это базовая пенсионная выплата, государственное социальное пособие по инвалидности по случаю потери кормильца, пособие по уходу за детьми инвалидами и адресная социальная помощь. И общая сумма выплат по этим 5 выплатам составляет в год 1,3 триллиона тенге. Поэтому здесь и бюджетная возможность, но тем не менее мы должны к этому стремиться. В будущем, наверное, по итогам 2020 года мы должны рассмотреть вопрос увеличение черты бедности с сегодняшних 70% от прожиточного минимума до 100% от прожиточного минимума. И в будущем тоже, когда, если будут повышаться заработные платы, рассмотреть о переходе на медианный доход. Третье, мы в Министерстве труда хотим инициировать также вопрос увеличение пособий по уходу за ребенком, который сегодня у нас выплачивается до 1 года. Мы рассматриваем сейчас у себя, пока просчитываем варианты продления его до 1,5 или до 3 лет, это было бы логично. Сегодня у нас порядка 387 тысяч матерей получают данные пособие по уходу за ребенком. Из них большая часть это из фонда социального страхования. То есть неработающие матери получают с бюджета от 15 до 24 тысяч ежемесячно в течение года, а с фонда социального страхования получают работающие матери в размере порядка 40% от своей заработной платы. Поэтому мы эти вопросы тоже просчитываем и хотели бы инициировать такой вопрос. И четвертое, конечно, мы хотели бы пересмотреть пособие по инвалидности в целом. Сегодня я считаю, что это данная категория, которую нужна особая поддержка, люди с особым потребом со стороны государства. В том числе есть вопросы, мы бы хотели инициировать введение пособия по уходу за инвалидом, потому что сегодня родителям, опекунам по уходу за ребенком инвалида предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства взрослым. Но в жизни есть взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют такого же ухода, и, наверное, правильно будет и логично вводить дополнительные пособия. Но это все пока планы только самого министерства, мы просчитаем, и пока предложение в правительстве или на согласование государства пока не вносилось. И последнее, атаулы әлеуметтік көмекке қатысты. Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа тәртібі 2020 жылдан іске асып жатыр. Бүгінгі күнге Қазақстан бойынша 97 мың жанұя, немесе 504 мың адам өздерінің өтініштерін берді жергілікті атқарушы органдарына. Оның ішінде 64% ол балаларды құрайды, 41% ол көп балалы жанұялар. Бүгінгі таңға 2600-ден астам учаскелік комиссиялар өз жұмыстарын жасап жатыр. Бүгінгі күнге 47 мың семьяға, немесе 237 мың адамға осы атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бұл жердегі қазір үлкен мәселе, бұл жаңадан қосылған балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік пакет. Ол енді жаңа тәртіп. Сондықтан ол туралы біз жұмыстардың бәрін атқардық. Бұған қатысты айтарымыз, бұны жергілікті атқарушы органдардың бүкіл тетіктерін пысықтағанбыз. Бұл жерде мемлекеттік сатып алу тәртібі жүреді. Оған ел президенті өзінің тиісті тапсырмасымен рұқсат берді. Дәл осы аз қамтылған жанұядағы балаларға әлеуметтік кепілдендірілген пакетті бір көзден сатып алу жөнінде үкімет өз тарапынан әкімдердің ұсынысы бойынша 543 сондай поставщик дейміз мекемелерді белгіледі. Сол әлеуметтік пакетті, азық-түлік топты, торбыны соны әзірлейтін. Соның бәрі жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Біздің жоспарымыз бойынша осы айдың ақпан айының 5-не дейін осы келісім шарттардың бәрі жасалып бітеді. Сөйтіп атаулы әлеуметтік көмектің бүгін қаңтар айында берген азаматтардың тізімі белгіленді. Олар атаулы әлеуметтік көмекке ие болған азаматтар кепілдендірілген әлеуметтік топтамаға да ие болады. Сондықтан 10-на дейін атаулы әлеуметтік көмек қаңтар айына төлене бастайды. Сонымен бірге сол 15-не қарай әлеуметтік топтамада халыққа жеткізілетін болады. Рахмет. Біржан Бидайбекұлы, ақпаратыңызға рахмет. Әріптестер, біз сауалдарға кезек береміз. Пожалуйста, Масанов Юрий, Информбюро. Здравствуйте. Вопрос такой. Недавно в Сенате был круглый стол, где презентовывали предложения разных ведомств по использованию пенсионных накоплений. И там вот в документах была дорожная карта по реформированию пенсионной системы. И там говорилось о том, что первый вопрос. Будет все-таки вводиться обязательно пенсионные взносы работодателей постепенно, поэтапно, с 1% до 5% в 2029 году. Действительно ли это? Уже одобрили это? Следующий вопрос. Анонсировались планы по внедрению минимально гарантированной пенсии. Хватит ли в бюджете денег в будущем на то, чтобы… это все же бюджетные расходы. И хватит ли этих мер для того, чтобы довести коэффициент замещения до 40% минимально, как это рекомендует Международная организация труда. Следующий вопрос. Там также в дорожной карте говорилось об объединении в единый социальный платеж взносов ЕНПФ и в Государственный фонд социального страхования. Означает ли это, когда это может быть, и означает ли это, что фонды будут объединяться? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, по дорожной карте. Дорожная карта, мы ее разработали. Завтра будет первое заседание рабочей группы в этом году. И мы свои планы с ответственностью, со сроками определим. Касательно ваших вопросов. По введению с 23-го года 5% взноса со стороны работодателей. Вообще нужно сказать для сведения вам, что в концепции модернизации пенсионной системы, которая была принята Елбасы еще в 2014 году, такая мера была предусмотрена. Если кратко, суть ее в том, что в развитии пенсионной системы в целом мы должна быть солидарна ответственность как государства, самого работника, так и работодателя. Сегодня государство выплачивает пенсии 2 миллионам 200 тысячам человек по стране, порядка 2,4 триллиона тенге. Государство выплачивает гарантию тем, кто выходит с накопительной пенсионной системы и у кого инвестиционный доход не превышает инфляцию. Разницу. Сам работник платит со своей заработной платы 10%. Поэтому в концепции было прописано, чтобы ответственность также несли работодатели в форме вот 5% накопительных взносов за работников накопительный пенсионный фонд. Закон был принят, и он должен был вступить с января 2020 года. Но вы знаете, в своем послании президент, учитывая мнение и обращение бизнес-сообщества, он ее передвинул на 2023 год. Теперь вокруг этой темы, конечно, есть разные мнения, но как Министерство труда мы настаиваем на том, что дальше отсрочку делать нельзя. С 2023 года 5% взносы надо вводить. Мы согласны его вводить поэтапно, и этот вопрос будет предметом обсуждения на рабочей группе. Что касается минимально гарантированной пенсии и сможет ли она покрыть коэффициент замещения до 40%. Минимальная гарантированная пенсия, ее вот также было прописано в концепции модернизации пенсионной системы. И это очень важно. Почему? Потому что сегодня с 1998 года мы перешли на накопительную пенсионную систему. И сегодня солидарную пенсию или трудовую пенсию, которую выплачивает государство, получают граждане, которые наработали как минимум 6 месяцев стаж до января 1998 года. И таких людей с каждым годом все меньше. Сегодня уже на пенсию выходит 1957 года рождения мужчины, у них уже нет полного требуемого стажа и, соответственно, полной пенсии. И потихоньку солидарная составляющая пенсионной системы, она будет сворачиваться. Поэтому в 1943 году, например, 1943 года теоретически не будет новых людей, которые достигают пенсион, которым будет назначаться трудовая пенсия. Именно с государства будет только базовая пенсия. Поэтому мы предложили, чтобы с 1928 года внедрить в Казахстане минимальную гарантированную пенсию. Это она заменит сегодняшнюю базовую пенсионную выплату. Если сегодня базовая пенсионная выплата, ее порядок такой, что для тех, кто имеет стаж менее 10 лет, это 54% от прожиточного минимума, затем учитывается стаж и максимально один прожиточный минимум. Мы предлагаем, чтобы минимальная гарантированная пенсия была для тех, у кого менее 5 лет стажа, как минимум 70% от прожиточного минимума, и он дальше мог расти до 1,5 прожиточного минимума. Это наше предложение Министерства труда. И оно, естественно, просчитывалось именно с той целью, что та составляющая, которая будет гарантирована со стороны государства, она в купе с накопительной системой будет обеспечивать как минимум 40% замещения дохода. И насчет объединения в один социальный платеж. Такое поручение было. В рабочей группе по данному вопросу никаких разногласий не было. Сегодня работодатели уплачивают 5 и со следующих годов 7 платежей. Это 2 платежа он выступает как агент, то есть удерживается работники и перечисляет. Это индивидуально подоходный налог и обязательные пенсионные взносы. Помимо этого, работодатель за счет своих средств оплачивает взносы за фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, социальный налог. Поэтому это предложение президентом одобрено, этому единому платежу быть. То есть все эти платежи будут объединены в один платеж. Это в первую очередь даст облегчение для бизнеса, сокращение административных расходов, то есть один платежный документ. Для этого мы унифицируем базы, из которой исчисляются те платежи, которые осуществляет сам работодатель. И единый платеж будет поступать, например, как сегодня, если вот в корпорации для правительства, для граждан, оно потом будет расщеплять по соответствующим фондам. Соответственно, и в первоначальном поручении был вопрос, чтобы проработать возможность консолидации внебюджетных фондов, предусматривая слияние фондов. Но на рабочей группе, я вам откровенно скажу, сторонников слияния нет практически, но тем не менее поручение поступило, и сегодня последнее поручение президента звучит так, что Для того, чтобы даже рассматривать вопросы слияния фондов, необходимо проработать с информационными системами этих фондов. У них различная учетная политика, поэтому для этого нужно определенное время по интеграции баз данных. И поручено до 1 октября проработать все эти вопросы, а потом снова приступить к рассмотрению вопроса слияния фонда. При этом речь идет о фонде государственного социального страхования «Единый накопительный пенсионный фонд». Спасибо. Благодарим за ответ. Келес Сырак, Товжан Гани, газета «Время», пожалуйста. У меня тоже вопрос по использованию части пенсионных накоплений. Как известно, советник президента Ольжас Кудайбергенов заявил о выходе из рабочей группы с тем, что не согласен с вашей позицией. Он сказал, что, во-первых, не прислушивается к мнению экспертного сообщества, во-вторых, он не согласен с вашим курсом, то, что вы даете возможность использовать пенсионные накопления только 1% казахстанцев, а нужно 99%. Кроме того, он сказал, что вы даете тем казахстанцам, кто и так не нуждается в жилье. А он, как и все простые казахстанцы, считает, что такую опцию нужно дать тем казахстанцам, у кого нет возможности ни на образование, ни на жилье потратить деньги. Прокомментируйте, пожалуйста, это мнение. И, во-вторых, второй вопрос. Недавно вы говорили о том, что вы собираетесь увеличить контингент тех казахстанцев, которым эта опция будет доступна. Один из способов — это изменение порога достаточности. Вы дали такую версию, что возможно будет снижение порога на 500 тысяч — 1,5 миллиона тенге. Скажите, насколько это позволит увеличить контингент казахстанцев, а также когда примерно будет обсуждаться этот вопрос? Спасибо. Спасибо. Это практически один вопрос вокруг одной темы. Единственную поправку скажу. Я не говорил о том, что на 500 тысяч или 1,5 миллиона уменьшить порог. Я говорил о том, что надо продумать, чтобы количество людей, которые воспользуются этой возможностью, увеличить до 500-700 тысяч человек. Теперь по сути вашего вопроса. Но независимо от того, что высказываются различные мнения, я еще раз говорю, любой гражданин Казахстана имеет на свое мнение, на свою позицию. В том числе вот уважаемый эксперт Ольжас Абдумаликович, он тоже, он в составе рабочей группы. Но в большинстве абсолютно большинство рабочей группы все-таки склоняется к тому, что на сегодня, именно сейчас, возможен тот вариант, который в итоге предложил правительство. Это первое. Второе, мы должны понимать, что в любом случае, какие бы мы варианты ни рассматривали, главенствующим будет позиция о том, что пенсионные накопления предназначены для пенсионного обеспечения в будущем. Об этом 24 января президент также сказал, что наша цель не раздать все с накопительного пенсионного фонда и оставить без достойного обеспечения в старости. Поэтому это будет ключевой момент. Здесь насчет порога достаточности я хочу пояснить, уважаемые коллеги. Вот различные публикации вы делаете, я хотел бы вас попросить. Есть разные понятия. Прошу вас не путать с пенсионным аннуитетом, потому что были информации, что ранее как бы правительство заявило о 12 миллионах. Нет. Это были разъяснения по пенсионному аннуитету. Это совсем другое. Я прошу ее вообще забыть. Да, как бы. Пенсионный аннуитет в двух словах – это когда человек оформляет пенсионный аннуитет, это означает простыми словами выйти на пенсию раньше из накопительной системы. Мужчина 55 лет, женщина 51,5. И вот этот порог достаточно, он устанавливается Национальным банком, он действительно ваш. Что касается изъятия вот для жилья, о котором мы говорим, там порог достаточности, и, наверное, правильно называть ее минимальная достаточная сумма, а он несколько иной. И здесь, знаете, это просто просчитываемая сумма. Условия такие. Человек, достигший пенсионного возраста, ему... Эта сумма означает минимально достаточно, это сумма, которая должна хватить, чтобы он пожизненно получал как минимум в размере минимальной пенсии. То есть это самая минимальная сумма, которую как бы нельзя трогать на счету. Да? Здесь два вещи. Сегодня минимальная пенсия, сегодня 38 636 тенге. И второе, что значит пожизненно. Здесь только Всевышний знает, кто сколько проживет. Но есть в государственной статистике комитет по статистике, он считает. Есть общая продолжительность жизни в Казахстане, где учитывается, начиная с младенческой смерти, все факты. Есть второй показатель, который комитет по статистике просчитывает, сколько живет гражданин после достижения пенсионного возраста в среднем. И вот по последним данным, по данным комитета по статистике, мужчина после достижения пенсионного возраста в среднем живет порядка 16-17 лет, мужчина 21-22 года. То есть, когда мы пожизненно, расчет делается на именно эти 17 лет. И вот, например, мужчина, достигший пенсионного возраста 63 года, ему накопить на пенсионном фонде минимальная достаточная сумма, исходя из этих условий, должна быть 8,2 миллиона тенге. Это просто просчитываемая сумма, и из расчета, что возраст дожития 17 лет, минимальная пенсия порядка 38 тысяч тенге. И, то есть, знаете, независимо, кто министр труда, если минимальную, среднюю, минимальную пенсию порядка 40 тысяч умножить на 17 лет или 204 месяца, все равно будет 8,2 миллиона. То есть это рассчитываемость, и от него мы исходим как минимальная сумма, которую нельзя как бы трогать. Теперь мы в своем предложении говорили, чем меньше возраст, этот минимальный достаточный сумма должна быть меньше, потому что у человека до пенсионного возраста будет возможность, если он будет работать, донакопить. Поэтому мы давали таблицы различные. Да? Например, мы говорили, что если в 40 лет, сегодня 40 лет мужчине, то ему достаточно иметь 6,8 миллионов тенге, потому что те же самые 8,2 он успеет донакопить, а что сверх, мы думаем, считаем, что он может сегодня безболезненно забрать. Но касательно от других мнений, много очень критики, что это только 1%, но сегодня ситуация с накопительной пенсионной системой такая. И накопительная пенсионная система у нас всего лишь молодая, всего 21 год, люди еще не успели накопить. Я сегодня в первом выступлении говорил, есть ряд проблем, как низкие доходы населения, несвоевременная уплата обязательной пенсионного взноса, инвестиционный доход он не наращивается должным образом. Да? Поэтому здесь действительно по тому варианту, который предложило правительство, его получит, такую возможность получит только, как вы говорите, 1%. Это 113 тысяч человек, это было на ноябрь прошлого года. Теперь по поводу увеличить, да, этот контингент. Здесь вот хотелось бы столько критики высказываться, я тоже читаю в сети, комментарии. Конечно, очень хотелось бы, чтобы не просто критиковали и говорить, что это только 1%. Если бы были предложения, как это сделать и дальше делать, нам было бы это полезно всему обществу, и нам было бы Министерство труда полезно, если эксперты, экономисты, которые критикуют, они бы одновременно предложили какие-то варианты. Но, тем не менее, поручение президента есть, двухмесячный срок продумать, как можно увеличить количество людей, которые воспользуются этой возможностью, поэтому мы это будем, конечно, просчитывать. Но опять-таки нужно не забывать о том, что надо иметь в виду, что должна быть какая-то минимальная сумма на пенсионном счете, которая хватит на его пенсионное обеспечение. Поэтому рабочая группа снова начнет свою работу, и мы будем различные варианты просчитывать, насколько возможно. И уважаемый Ольжас Кудайберген, я тоже мы об этом проговаривали. У него есть некоторые видения, и он обещал через 3 дня предложить мне эти варианты, но прошло 3 недели, пока предложений нет. Там возможно что? Возможно, здесь нужно что делать? Например, да, вот навскидку, если я скажу, нужно какие-то меры, чтобы сегодня уже как-то увеличивать взносы. Да, бизнес-сообщество против, чтобы сегодня налоговую нагрузку увеличивать. Я вам сегодня перечислял 5 платежей и так далее. Но есть предложение, чтобы, может быть, внутри структуры пересмотреть, да, может, какие-то налоги снизить для большинства граждан, а эту сумму, чтобы не увеличить нагрузку на работать, перекинуть на пенсионный счет. Это, да, возможно. Это надо просчитывать. Затем я, например, всегда говорил о том, что я тоже считаю, что сингапурская модель накопительной системы социального обеспечения – это одна из лучших в мире, потому что там увязаны и жилищные проблемы. Я считаю, что в Казахстане жилищный вопрос – это самый актуальный вопрос для людей. Поэтому именно накопительную систему в будущем для того, чтобы решать жилищные вопросы, надо в Казахстане рассматривать. Ее можно рассматривать отдельно, либо вкупе с пенсионными накоплениями. Я, например, сторонник того, чтобы это было вместе с пенсионными накоплениями, потому что это будет стимулировать людей. Сегодня людям не совсем интересно, что будет с пенсионниками, но если он будет знать, что если он больше отчисляет, то завтра он решит не только пенсионный вопрос, но и жилищный, поэтому это очень хороший опыт, и к нему надо внедрять. Просто нужно открыто говорить. И если мы пойдем на внедрение такой системы, то результаты граждане увидят через 10-15 лет, то есть не сейчас. А если говорить о том, что граждане хотят сегодня забрать часть накопления, то пока вот стартовая позиция, которую правительство предложило, это те самые граждане, 113 тысяч человек. Естественно, количество будет увеличиваться с каждым месяцем, потому что у людей идет накопление. И самое главное, президент этот подход он поддержал. Но мы дальше будем прорабатывать различные варианты, чтобы это количество людей было больше. Благодарим за ответ. Пионер Хуралай, это Микен Бизнес Арнас. Менің де сұрағым осыған қатысты болмақ. Я түсіндіріп жатсы ғой, бәрі түсінікті, бірақ шекті меже деп айтып жатсыз, жаңа шекті шегі. Соны мысалы мен түсіндіресем, мысалы 30 жастан асқан азамат, шотында 6,5 миллион теңгесі болса, оның алуына рұқсат беріледі деген. Бұған дейін айтылған болатын. Бұл қаншалықты рас ақпарат және коэффициентін бізге нақты түсіндіріңізші. Осындай жастан жеткендер, осындай сома жинаса, ол алады деп. Өйткені сіздер айналасын түсіндіріп жатсыздар да, бірақ та нақты суммамен айтпайсыздар да, қателік меніңше содан болып жатқан сияқты. Жұрттың бәрі түсінбей жатқаны сондықтан. Екінші сұрағым, жалпы комиссияның құрамына кімдер кірді? Мен соны білгім келеді, өйткені Құдайбергенов мырзаның айтуынша, оның ішінде бұрынғы дұрыс емес реформаны жасаған азаматтарда ішінде отыр дейді. Осы ақпаратқа қатысты. Сіз сұрағыңызға рахмет. Біріншіден жаңағы сіз айтып отырсыз, жеткілікті шегі. Соны бір нақты сомамен айту керек. Нақты сома болғанда мен сізге қазір, былтырғы 2019 жылы ноябрь айында жаңағы бірыңғай зейнетақы қорының есептеген сомасын айтылған. Бірақ ол өзгеріп тұрады. Сондықтан мен жаңа айтып отырмын, жеткілікті сома дегеніміз бұның негізгі мәні. Бұл зейнетақы есепшотында өмір бойы кеміне ең төменгі зейнетақы мөлшеріне алуға жеткілікті сома. Ол қанша? Мен жаңа айттым, ер адамға сол есеп бойынша 8,2 миллион теңге, әйел балаға 10,1 миллион теңге. Бұл зейнет жасына жеткен кезде. Соны әйел бала 21-22 жылға, ер азамат 17 жылға ең төменгі зейнетақы мөлшерінде алуға жеткілікті сома, ол жай есептеледі, оны ешкім белгілемейді. Бір әкімшілік тұрды, бір министр шешпейді, өкімет шешпейді, ол есеп. 17 жыл 40 мыңнан санайсыз қанша ақша керек. Сол. Ендігі ұсыныста былай айтылған. Жаңағы егер зейнет жасында ер адамды айтайық та, 8,2 миллион теңге қажет болса, өмір бойы жаңа алуға. Ондай болса, одан жас азамат жұмыс істеп жүрген. Оған ол шегі төмен болу керек. Себебі зейнет жасына дейін ол қосымша жұмыс істесе тағы да жинай береді ғой. Сондықтан мен жаңа келтірдім. Мысалы, бүгінгі жаңа кешегі есеп бойынша ноябрьдегі 40 жастағы ер азамат, егер де есеп шотында 6 897 000 теңге болатын болса, ол кісіге бұл төменгі, ең төменгі зейнетақы мөлшерінде өмір бойы алуға жеткілікті сома. Одан асқанын ол кісі алса, зейнетақы мәселесіне кедергі болмайды деген сөз. Егерде 50-дегі кісіге 7 200 000 екен. Ол кісі 40-тағы азаматқа қарағанда 13 жыл жинайды. Әлі зейнет жасына. 40-тағы азамат 23 жыл жинайды. Сондықтан, мысалы, 50 жастағы кісіге ең төменгі жеткілікті сома 7 244 000 теңге екен. Онда бізде 2906 ер азамат бар екен. Және 113 000 адамның ішінде. Бұны айтып жатқанымыз осы. Қазірге енді тапсырма, әрине оның бәрі 113 000 адам. Ноябрьде қазір енді олды көбейген шығар, себебі декабрьде, қаңтарда, ақпанда елдер аударып жатыр ғой. Ол бір, екіншісі біз оған қосымша зейнет жасына жеткен кісілерді ала берсін дедік. Себебі бүгін зейнет жасына жетіп, жинақтаушы қорынан алып жатқан азаматтар заң бойынша ай сайын ғана алады. Соны біз айтамыз, өзгертіп 50%-ін ала берсін. Жаңағы өзінің бір қажеттілігіне дедік. Енді жұмысшы тобына кім кірді? Жұмысшы тобының жалпы құрамы 25 адам. Оның ішіне қырған эксперттер енді атымен атап шығайды. Жақсыбек Күлекеев, Болат Жамишев, Елена Бахмутова, Юлия Якуббайова, Рахым Ошақпаев, Ольжас Кудайберген. Сосын жаңағы жинақтаушы зейнетақы қорының, сақтандыру қорының және медициналық сақтандыру қорының басшылары. Тамара Десенова, Сенат және Мажилис депутаттары Бақтияр Муратолу, Мурат Бақтияролу, Абдықалықова, Бишара Навшайына, Карагусова, Гүлжан Жемпейсіна, тағы да кім, қаржыгер ассоциацияның өкілдері, сон бәрі топталған 25 адам. Жауабыңызға рахмет. Әріптестер тағы сұрақ болады ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, біз осымен жұмысымызды аяқтаймыз. Соңғы әріптестер, біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфир уақыты шектеулі, сондықтан қалған сұрақтарыңызды брифингтен соң қойыларыңызға болады. Осымен жұмысымызды тамамдаймыз. Біржан Бидайбекұлы